И у меня в руках замечательная афиша, афиша футбольного матча, может быть, самого главного матча этого года у наших футзалисток. Сегодня наши футзалистки в первом матче полуфинала Кубка Украины встретились с командой «Тесла» из Харькова. Первый матч ЦСКА «Тесла» в полуфинале на Кубок Украины начался весьма лихо. После первого гола, забитого Лизой Кузнецовой практически в начале матча на третьей минуте, харьковчане пропустили и счет 3. И счет стал 4-0 в пользу нашего «Олимпа». Комментатор матча сменил тон с бравурного на очень даже осторожный. Что случилось после этого, сказать очень трудно. Мы пропустили 6 безответных мячей и проиграли первый тайм со счетом 4-6. Разница плюс 2, казалось бы, не очень большая и дает надежды, по крайней мере, у нас есть ответный матч. Но второй тайм фактически ничего не изменил. «Тесла» атаковала, как хозяева наши играли в контратаке. Иногда не везло. Во втором тайме, кстати, наши футболистки выглядели более уставшими, чем соперницы. Да, в помещении было жарко, но было жарко всем. Итак, итоговый результат, который совсем не устраивает наших болельщиков наверняка, 7-13. Разница мячей плюс 6. То есть для того, чтобы победить и выйти в финал, нам нужно в ответной игре, а она состоится 13 мая в спорткомплексе «Олимпиец», об этом, кстати, почему-то забыл сказать комментатор из Харькова, нам нужно забить просто на 7 мячей больше. А мы помним, что в начале игры мы вели 4-0, так что шансы выйти в финал у нас есть. Просто нужно поддержать наших девчонок 13 мая в спорткомплексе «Олимпиец», и все у нас получится. Подробнее о первом полуфинале, прошедшем в Харькове, в котором наши футболистки, к сожалению, проиграли, смотрите в новостях Славутича.